Участие в научно-практической конференции, посвященной 15-летию Республиканского общественного движения «Татарстан. Новый век», приняли более 30 именитых юристов со всей России. Высказать свою точку зрения здесь смогли профессора вузов, действующие адвокаты, депутаты и общественные деятели. Центральными в повестке дня стали вопросы, есть ли у общественных организаций завтра и какое оно. Что один человек в поле не воин, один человек, который обращается в органы госвласти, с любым, даже самым талантливым предложением, по сути дела, обречен. Это не та структура, так сказать, не та у нас модель, где каждый голос, что называется, учитывается.